Всем привет! У меня очень часто поступали вопросы, чаще всего, конечно, от женщин, от мамочек. Как быть со своим ребенком? Что в вашей жизни вместе с автономией поменялось в вашей семье? Как ваши дети воспринимают? На самом деле это не совсем влияет от автономии, это влияет от нас, насколько мы глубоко и хорошо готовы себя познать. Готовы себя поменять и готовы себя принять и полюбить. Только после этого мы сможем полюбить истинно своего ребенка, чтобы он поменялся, чтобы он стал счастливым в вашем понимании счастья. Именно поэтому я создала курс «Взаимодействие с детьми». В этом курсе мы разберемся с основными проблемами подростков, которые влияют на их взаимоотношения с миром и на ваши взаимоотношения с миром. Разберем детскую психосоматику. Откуда у него появилась эта болезнь? Для чего она ему? Что он этой болезнью хочет показать вам, самому близкому человеку? Маме, либо папе, бабушке? Тот человек, который рядом с ним, кто ему наиболее близок? Что кричит его тело? Что оно хочет от вас? Что вы ему не даете, чтобы он окунается постоянно в одну и ту же болезнь? Для чего? Мы разберем, когда у подростка нет контакта со сверстниками. Почему нет контакта со сверстниками? Что он боится в этих контактах? Что такое его держит, чтобы раскрыться перед другими людьми? Что не позволяет ему это сделать? Мы разберем, конечно же, и срывы. Когда родители очень часто срываются на своих детках. И даже неосознанно. Да, мы срываемся на них, но мы срываемся не потому, что они у нас такие плохие. И даже не потому, что они сделали какой-то поступок. Мы срываемся из-за того, что мы, взрослые, не можем донести ту информацию, которую нам бы хотелось, которую мы думаем, что она правильная. И когда мы с вами это разберем, когда вы это поймете, конечно, это у вас отпустит, вам это уже будет неинтересно. Вы будете понимать, что вы не можете донести вашему ребенку, почему вас это злит, не его поведение. Не его поступки. Вас злит ваша злость. Его поступки будут относиться только к нему. Никогда не перекладывайте свою злость на кого-то. Не надо делать так, что ваше эмоциональное состояние зависит от кого-то. Это неправильно так считать. И пока мы будем заблуждаться, мы не сможем понять, как же оно происходит все на самом деле. И, конечно же, мы разберем с вами тот момент, когда мама, либо папа, либо бабушка, дедушка, кто воспитывает ребенка, когда он становится не авторитетом для своего ребенка, когда ребенок его не хочет слушать, когда ребенок не воспринимает слова взрослого. Почему? Не задумывались? Задумывались. Наверняка не раз. Но как с этим быть? Как будто бы замкнутый круг, правда? Вы делаете одно и то же постоянно. Вроде бы пытаетесь меняться, но все равно вот что-то такое происходит, и вас все равно идет по тому же кругу. Прогоняет и прогоняет, вы начинаете злиться, а сделать ничего не можете. Мы с вами сделаем это. Вы выйдете из этого круга сансары. Вы познаете себя. Вы познаете своего ребенка через себя. Вы познаете себя через своего ребенка. И этот курс будет очень полезным как для вас, так и для меня. Потому что на каждом своем курсе, на каждом своем марафоне я работаю не только с вами, но и вы работаете вместе со мной. Я вам очень за это благодарна. И я вас жду, чтобы мы с вами проработали все эти моменты еще раз.